Всем привет. Так, я забыл свой микрофон включить. Всем привет. Вы на Ромхаке и на Солянке. Сейчас Флиппидабл будет проходить хак Мегамена второго. Это был стрим давно запланирован, но постоянно откладывался. Кроме Флиппидабла еще с нами Ил Стрэнджер, Илюха будет контролировать весь процесс. Как настроение, Илья? Илья отошел, наверное. Ну, неважно. Флиппидабл, почему именно этот хак на этот раз? Что в нем вообще, в чем он заключается? Ну, он заключается в том, что он стал немного сложнее, много лабиринтов, ходов, и все боссы стали немного сильнее по сложности. Ну и уровни, наверное, изменились тоже. Естественно, уровни тоже изменены. То есть это полностью полноценный хак, как и предыдущие были. А в геймплее какие-то изменения есть? В геймплее... Там есть некоторые сложности, так что это сразу будет видно. Ну хорошо, давайте пожелаем нашему соискателю удачи и удачной приятной игры, ну и по возможности, конечно, пройти этот хак. Посмотрим, получится ли на этот раз у Яна или нет. Болеем и желаем хорошей игры. Так, как оказалось, у меня отошел микрофон. Меня должно сейчас быть слышно. Всем привет. Да, я буду читать чат. Удачи Флиппидаблу, что прошел эту игру и т.д. и т.п. Отлично. Смотрим. Смотрим. Опять все на китайском. Японцы. По звуку там, если кого-то прибавить или убрать, пишите. Ну мы, наверное, не будем читать, да? Мы не поймем все равно, Ян. По-моему, не нужен микрофон. Постучаем другую. В пятом, что ли, хак получается? Ну, в пятом году был сделан. Так, вижу, короче, чаты. Как в прошлый раз буду показывать. Так, кто у нас в чате? Дима Солянки. Алекс. Рокет. Soul Nice. Фон небольшой есть, но так вот. Ага, Eraser, точно. Да, музыка там на титульнике невнятная, но какая-то сломанная, что ли, фиг его знает. Кстати, еще раз напоминаю, что любой неравнодушный желающий может добавиться к нам в беседу в Skype по ходу стрима. Если такие есть, пишите, я вам сообщу, если кто не знает, мой ник в Skype. Диман М, привет. Кстати, вот эти скины металлические, мне почему-то напоминают скины из ЧПДЛ. Да я что-то не вижу сходства. Ну, я не знаю, мне кажется, похоже что-то. Ты
Твиче появился так называемый театральный режим, который позволяет видеть чат при стриме. Так я все равно вижу чат при стриме, даже если его сам не показывают. Вот этот вот часовой механизм, вот он напоминает мне вот из ЧП Дейл уровень. А вот эти клешни из контры. Каждый стрим хака второй части мы про это упоминаем по традиции. Тем более эти клешни убивают с одного раза. Да, тем более. Фига себе. Они же убивали, по-моему, не с одного раза. Нет. Про это все старые пишут Рокет. Ну, то бишь графика тут такая же, да? Все такое же. Только конструкция уровня другая. Я подозреваю, что вторая часть Мегамена у Яна любимая часть. Вообще-то моя любимая шестая. Да, на NES. Но. Ты мне это говори, какие глючные боссы заранее. Потому что... Я по сейчас... поводу глючных боссов, это первый Хитман может попасть. Если будешь двигаться в инвизу, то, естественно, ты его хрен победишь. А если с Бабуменом сражаться, то он улетит за экран, и ты придется тебе заново начинать игру. Ну я тебе говорю, ты мне перед боссом скажи, если надо будет сохраниться. Ну я скажу нахуй. Да. Это мало ли чё. Глючные хаки мы не впервые видим. Поэтому нас могут ожидать неприятные неожиданности. Когда спрашивают, от чего периодически дергает картинку. У меня вроде все окей. Не знаю. Нет. Дергает или. Потери кадров смотрю, по крайней мере, ноль. Ну, как у остальных, как насчет дергания, есть такое? Получил новый вид оружия, полосатый шлем. Рокет пишет, что нету дергания. Попробуйте с разных плееров смотреть. 6288 пишет, что нету дергания. Джокер пишет, что нет дергания. Не дергание, а периодическая вспышка белого экрана. Пишет. Я не знаю, или нет. А Рокет отмечает, что вода с ЧП Дейла 2 с кухни спёрта. Это, наверное, это, может, с канализацией. Вообще-то это та же самая вода со второй части Мегамена, просто перекрашена. Вообще-то это та же самая вода, что у меня из-под крана течет, только в игре. Алекс пишет, да это же спёрлись с Мегамена 10 уровень. Правда, этот хак появился раньше, что наводит на обратные мысли. Капком своровали идею фанатского хака. Вот это интересно. Еще и ящики какие-то. А, на боссе дергание было. Все больше похоже на то, что тут что-то сперлись с ЧП Дейла. Да ящики похожи. Да, вода. А ты что, простудился, что ли?
Ну, да, я сегодня джигурда. Джигурда? Угу. А. Я тоже что-то приболел. Наверное, какой-то вирус айболов разгуливает. Вирус не вирус, но я заболел не вовремя, потому что мне все равно завтра ехать надо. Завтра в Омском техникуме будет выступать джигурда, профессор. Вообще класс. На самом деле Алекс шутит. Там только тема канализации, а уровни-то разные. Ё-моё, а мы-то повелись, ну это, ну как так-то, а? Пользуется тем, что мы тут не фанаты. Да чем тебе мой голос нравится? Тут нормальный босс? Тут он глючный, тоже. Ну а чё ты мне-то не сказал, блин? Ну глючный в том плане, что он не может двигаться, если рядом с ним стать. Ну, так говори тогда. Чё с ним произошло, он чё? Он не может двинуться, потому что не знает, куда ему приземлиться. Чё это вообще он там? Горит и вода тут, и огонь, и медные трубы. Я не знаю, всё, весь комплект. Всё, расщепили его. Да, меня тоже голос убивает просто. Убитый голос. Убитый голос не может убивать. Он уже убитый. Привет, Тай. Тай, привет. Блин. Да если бы слушал на записи, потому что уже записывал с микрофона. Поражать. Вот такая вот компания у нас сегодня, знаков препинания собралась. Кто желает быть четвертым, не знаю, пятым, шестым и так далее, сообщайте, можем вас добавить в эту конференцию. Если вы неравнодушны к прохождению, хотите что-то подсказать. Сейчас жабы вместо маленьких жаб выпускают шарики. Лягушка стала в открытую стрелять. Ох, сейчас там на стриме, небось, размыливается эта водичечка. Какие-то креветки тут. Ну, где вот это, креветки водичные. Крабы еще должны быть. Моллюски. Осьминожки. Вода из третьей части. А уровень, по сути, похож с оригинал или полностью поедим? Нет, уровни здесь, Ян говорит, что другие. Левел дизайн. Графически такие же. То есть графика такая же, дизайн другой. Да. Да, Ян, так? Ну. Ян, ты еще не утонул, помню об этом. Блин, как ты всегда. Не размывается? Нифига себе, ну это хорошо, что не размыливается. А есть, Ян, что-то общее в левел дизайне с оригиналом? Ну, пока ничего такого не заметил. Я лучше сохранюсь на всякий случай. Ну, танцы такой легкий, блин. Ну, так это ж вообще, я не знаю.
Это не босс, это лох какой-то. А поведение боссов изменено здесь? Конечно, изменено у каждого. Особенно Квикман стал очень сложным. Он немного поумнел и умеет защищаться от пуль. Что-то по первым боссам кажется, что наоборот они хуже стали. Алекс пишет, что не сказал бы, что графика такая же, да может в основе те же тайлы, но используется оно совсем по-другому, с другими цветами. Плюс встречаются спрайты из более поздних игр серии. Видите, какой стрим получился? Совершенно не запланированный, но стечение обстоятельств. Загадка от Тая. Почему Путин ром-хакер? Потому что он пытается хакнуть мировой порядок. Наверное, поэтому. Хакнул Крым. Еще варианты. Наверное, что-то какой-то это. Левый юмор, я так понял. А теперь я вас спрошу, куда мне падать, в какую яму? Потому что одна из них смертельная может оказаться. А ты знаешь ответ на этот вопрос? Я-то знаю. Пускай они догадаются. Ну в какую яму ему падать? Давайте слева направо. Первая, вторая, третья. Если что, у нас сейвы есть, мы же можем это. Первая слева, пишут Redbird. Первая слева. И еще один вариант, вторая. Вот выбираю, первая слева, вторая. Посередине пишут. Два голоса посередине, один первый. Иди сюда. Правильно. Теперь дальше. Дальше. Отлично. Ну да, дальше какой ему выбрать? Снова вторая пишет. Слева. Ну, короче, вторая. Давай, Тай, подсказку. И... Ну, по-моему, там какой-то левый это юмор, я так понял. Ну, знакомые колопатки бегают. Секретные загадки и разгадки только у нас. Им был добавлен персонаж. А, персонаж. Интересно. Тут персонаж был добавлен. Крым. Крым был добавлен. Вот он у нас защитник. Так, тут тоже надо сохраниться. Ну давай спускайся. Он тут еще умный иногда бывает. Иногда тупит по-страшному. Привет, Нео Декони. Да, можно к нам в конференцию. Короче, Нео, мой ник можешь посмотреть в комнате TeamSpeak, я написал. Липет 4К.
Да, мы на Меднафе. Да, в приемный посмотри, там написано. Персонажа добавили. Да ну нафиг. А вымышленного или настоящего персонажа? Крепкий орешек-то попался. Ну наконец-то расщепил на атомы просто. Он просто умеет защищаться. Крэшман! Ух ты! Космос какой-то. Ё-моё, программе «Спокойной ночи, малыши» появился герой, придуманный Путиным. Да блин, я так и знал, какой-то левый юмор. Обратите внимание, что все в игре от Кирби идут. И что за герой, интересно, в «Спокойной ночи, малыши»? Я что-то об этом не слышал, если честно. Как раз уровень под Новый год Алекс отмечает. Музыка из Кирби, да. Замена спрайта. Слава богу, мы с вами не состоим из спрайтов. Новым героем «Спокойной ночи, малыши» стал амурский тигр Путина. Охренеть. Серьезно, что ли? Нео Декони там нашел. Это Соника играет. Я играю на андроиде в Соник там. Взял погиб. А ПВЛ так надеялся, что «Спокойной ночи, малыши» будет краб. И в итоге облом. Дух, привет. Аня, привет. GBO, привет. Да, всем привет, кто присоединился. Звездный уровень, не звездный какой-то.
Андор, то есть отдельно привет дает Лилюле, а Джигурле приветов нет. Я обиделся. Король Гиги? Что? Юля, привет. Мне показалось, что там был король Гиги. Он и есть. Капец. Что он тут делает? И почему в касках эти существа с Кирби? Это что за уровень такой? О, еще одна загадка. Так, интересно, это уже интересно. Давайте загадки отгадываем сегодня. Не будем мешать нашему уважаемому Путину с крабами бороться. И какой хак пожаловался даже Ломакс за кучу нечестных мест. Ну, я знаю ответ на этот вопрос. Так что даже... Наверное, меня не стоит об этом спрашивать. Приболел Ил Стрэнджер. Заболел вирусом Айбола. Просто если я скажу, то это будет реклама. А за рекламу надо платить. Вот. А она не оплачена. Так что я не буду говорить. Так, что-то... Ох, вот таким макаром можно забраться. Это... Вирусом Джигурды заболел, Ил Стрэнджер. Вирус Джигурды не только делает таким голос, но еще и весь день поешь потом. Ты певец, что ли? Опа, Джигурда. Как же. Скажи что-нибудь его голосом. Русский я... дух! Я нормальный, я гениальный. Тем временем Ян расколупал таки босса. Джигурда помог. Сила России. Верность Отечеству. Погода, пишет, грязь, лужи, немного льда кое-где. У нас тоже какая-то непонятная погода. У нас что? У нас Сибирь. У нас Сибирь. У нас снег повсюду. У нас Сибирь, вот. Да, это диагноз. Интересуется, тут слабости другие у босса? Да, тут другие, изменённые. А чё так грустно-то? Интересно, вот Фриби Дабл, а ты для всех все слабости запомнил боссов сферческий? Да, всех запомнил сразу. Да, сейчас помню. Вам фокус покажу, как я окажусь с нижнего экрана на верхний. Так. Полетели. Интересно, где футляж. Это что, типа глюк такой, что ли? Нет, просто такое строение уровня. А, это такая задумка. Ну. Тут же нельзя лабиринт это делать, чтобы запутать игрока. Алло? Да, привет. Привет, привет. Вот, Нео Декони подошел. О, Нео, привет. Привет, привет. Мне слышно хорошо? Да, лучше, чем их обоих вместе взятых. Ну, меня хорошо, меня не может быть хорошо слышно, понимаешь? По определению.
Нет, по состоянию. Приболел, да, немножко? Нифига себе, немножко. Давай выздоравливай поскорее. Джабел, привет. Хоть один звонкий голос. Ну, тут... почему звонкий? Я тихо говорю обычно. Мы тут балуемся хаками. Плюшками балуемся. Да. А ты как вообще, Нео, к Мегамену относишься, к серии? Мне нравится Мегамен, правда, я ни одной части не проходил, к сожалению. Не довелось. В детстве я поиграл только в первую, наверное, часть. Потому что никакие части меня не попадались. Сколько я проходил? Наверное, уровня 3-4, не больше. Один раз за все мое детство оно попадалось. Всего один раз. Естественно, я не успел ничего толком показать в ней. А мне вообще не попадалось в детстве, к сожалению, или к счастью. Ну, не знаю, почему, к сожалению. Каком же все-таки? Я вообще лично с Мегаменом познакомился случайно на эмуляторах из шестой части. Я думал, что она в принципе одна, а тут, когда узнал, сколько их там частей, я был в шоке. Сколько их там получается насчитывается? Штук 20 где-то, наверное, да, уже? Ну, на NES 6, ну и один спин-офф какой-то. Спин-офф? Ну да, Rockman Forte. Ну, это на NES. А, не, подожди, Rockman... А, не помню, как он называется. Ну, там про спорт какой-то. Это то ли гоночки, то ли пик... Не, на Famicom. Я что-то такого не помню. Катыш такой даже есть на eBay, он выставлен. Борода просил его тоже добавить. Добавляйся. Вот он. Слышно меня, да? Да, слышно. Сейчас я себя потише сделаю. Ты главное над моим голосом не ржи. Да, мы будем делать новогодний стрим по Battle City. Будут новогодние танки в пятницу в 20:00. И вместо рва там будет елка. Так, это босс Вудман, я так понял. И он боится пузырей. Ну, да, логика, в принципе, конечно, железная. Железный аргумент. Если бы еще огня, я не знаю, ну воды, ну пузырей. Какую славу сделали босс, так я атакую. Айрмен. Им виднее, да. Воздушный человек. С пропеллером. Правда, не на спине, как у Карлсона, а на животе. Ну, в желудке, да, как у Крэнка. Невольно вспоминаем уже черепашки ниндзя. Дайвин. Хак, я так понял... Простенький, да, я так вижу. Хак вообще. Не то, что не простенький, вот на уровне флешмана там полная жесть. Что-то я боюсь, у меня большая задержка относительно вас. Ой, ну то с прыжками, я так понял, зависит еще от погодных условий, да? Ну, или дождь, или дождь не влияет, никак. Просто расстояние этих слобиков сделали. Ага, я думал, как в Гайдине. Низи Гайдин. Если... В эту пятницу будут Battle City 3 стрим по новогодним танчикам. В эту пятницу. Так завтра? Завтра четверг. Послезавтра. Да. Если, конечно, не будет непредвиденных там обстоятельств. И причем этот хак будет не только графический и уровневый, но там еще немного геймплей изменен будет. Хардкорный. Чуток слышно. Блин. А что мне с этим делать? Если я включу громкость, микрофон. Будет хуже еще. Усиль децибелы, а громкость понизь. Думаешь, поможет? Поможет, у меня так. Эта зараза сама восстанавливает еще. Не-не-не, она не восстановит. Восстанавливает, тот и делает. Сохрани голову. Ну-ка, а сейчас как слышно? Тебя хорошо слышно, что ты? Обдор пишет нормально.
Мне нормально, остальное не знаю. Я боюсь, что мне тоже нормально, если честно. Я боюсь, что я тут вейдером просто буду. На стриме нормально. В общем, всем привет. Привет, Солянка, привет, Рома, как? Вот. Привет, бородатый Дима. Что-то как-то даже обидно звучит немного. Уже не бородатый сегодня. Потому что очевидно. Да. Не, ну он мне фотку показывал, так что... Фотку показывал, так мы у друг друга вообще-то в друзьях есть ВКонтакте, если чё. Ну да. Мог в любой момент посмотреть, в принципе. А я смотрел, если чё. Потом ты мне ещё и сам показывал. А, те самые упоротые фотки? Ну да, да. Очень страшно. Особенно этот с закрытыми глазами, или как там, или ты вынул их глаза вот эти, не знаю, как тебе удалось это сделать? Я просто закрыл глаза и все. Потому что они у тебя съемные оказались. Не, с какой стати они у меня будут съемные? Такая камера на телефоне, на самом деле. Только не у меня. А что за танчики? Которые мы играли, что ли? Танки тоже на четверых, только на новогоднюю тематику. А, вон зачем. Кстати, пользуясь случаем, вот вас обоих приглашаю принять участие. Ну, мы опять же в скайпе. В чем участие? Ну, почему бы нет? И ну, скайп видишь. Ну, просто скайп не у всех тянет. Может быть, тем спите лучше. Не у всех, да, тянет. Ну, я потом... В чем участие-то? Чтобы потом набрать побольше. А, танки — это хорошо. Но, если... Если у вас тянет, то... Ну, почему тут мой вообще? В общем, я вас пригласил официально. И, в общем, если желаете, то пожалуйста. Нет, почему бы и нет, в принципе, только вот со связью некие проблемы будут, мне кажется. Со связью. Ну а что было на прошлом стриме, сам понимаешь, перед стримом точнее. Синдром Чигурды проходит. Ну, проблемы, которые возникают, мы стараемся решить по ходу. Ну, а ты побольше разговаривай, у тебя синдром Чигурды со временем совсем пропадет. Ну да, в принципе. Поэтому я и говорю. Да, просто людям не нравится присутствовать в TeamSpeak и, собственно. Потому что он рассчитан не на постоянный поток, не на постоянную посылку потока звука, вот. Я понял, просто он кушает очень хорошо процесс, поэтому у него всех тянет. TeamSpeak-то поменьше, Skype. Чем Skype. Skype. Кушает. Ну, Skype-то да. Я про минусы Skype. Да. Второй минус Skype — это то, что постоянно фон присутствует, и благо приглушает музыка, и фон не слышно. Ну, фон — это не у всех, это у кого плохой микрофон просто. Я уже говорил, микрофон. Что в отдельных случаях, конечно, TeamSpeak предпочтителен, в отдельных случаях Skype. Не, все зависит от количества людей, опять-таки. Ну да, Skype для 3-4 максимум. 2-3 человека, ну, по моему мнению. Я как-то особо толпой в Skype не помню, чтобы сидел. Надо попробовать сравнить. Не надо. Не надо? Эти горы надо соединять, чтобы у всех было идеально, и микрофон отлично. Нет, у Серки... У Серки тоже хороший микрофон, однако фонит. Ну, значит, это уже радости Скайпа. Ну, это не то, чтобы радости Скайпа. Фонит везде, даже... Это скорее не радости, это шалости Скайпа. Даже в TeamSpeak фонит просто... Ну, есть только сарказм. Даже в TeamSpeak фонит. Просто проблема в том, что это не замечается из-за того, что ты не постоянно говоришь. Ну... Не знаю, от чего это зависит, однако фоны не у всех есть. Норвак пишет, что помню, что с 9 человеками болтали, и было нормально. Не, у меня бы башка лопнула в Скайпе, с 9 человеками-то болтать — это вообще ужас. Каждый друг друга перебивает, замечательно.
втроем, вчетвером то умудряемся перебивать, так о чем говорить. Девятером. Ну ты не был на стриме у Алекса Гуралева в скайп-коле. У него там иногда такое бывает. Я только на солянке был. И на Dendy Forever один раз, и на Игробите один раз. А, нет, на Игробите чуть побольше. Все, больше нигде нет. Андор, начикай за это по попе. Я разрешаю. Юна, ты если есть ВКонтакте, я думаю, ты мне там сам напишешь, короче. Найдешь. Если найдешь, короче, а у меня Аська есть скайп или что там, ВКонтакте. Мне что самое интересное, что я не один, оказывается, Аську юзаю, вот. Нет, я давно мы ее юзаем, но мы это те, кто играет в Технос. Ну, у вас нечто, наверное, там конференции, как у нас ВКонтакте. Флудилки. Да нет. В последнее время мы в РК там сидим. А до этого мы только по Аське списывались, приглашали друг друга, играли. Это уже не так актуально стало. Но так как раньше у всех Аська была, то... Ну, по мне, Аська, так это хорошо и сейчас. Ничего лишнего, просто общаешься, если тебе нужно пообщаться. Да я тоже ничего плохого в этом не вижу. А не заходишь в контакт, там бульон просто рекламных баннеров. Ого. Вообще, чем больше способов связи, тем лучше. Ну, желательно, конечно, универсальный какой-то. Универсальный? Но универсальных способов связи, мне кажется, нет все равно и не будет никогда. Ну, универсальный — это какой-то общий, какой-то группы людей. Вот как они договорились общаться, вот так они общаются. Ну, это тогда любой мессенджер, любой... Skype, TeamSpeak опять же. Любой P2P, там, не знаю... А вот тебе и самый жесткий нравится в этом уровне. Самый жесткий босс, что ли? Ну, босс он сам простой, но уровень его вообще сложный. Этот флешман в браузере меня так достал своей рекламой. Флеш. Это просто... Завали его. Я-то его завалю, мне главное уровень пойти. Да, я... Владимир ВКонтакте. Вот в чем минус данного уровня. Свет постоянно вырубается. С таким таймингом еще что? Это ж капец. Дай угадай, если ты сейчас напрыгнешь на этого ежа, ты умрешь, да? Ну. Да еще и по платформам прыгать. Да уж, тут надо, наверное, играть много-много, чтобы пройти идеально. Нет, Аву мне на работе рисовали. На работе у нас художник пришел с другого цеха. Ну и так получилось, что я стал предметом для его шаржа. Он цветной такой шарж. Вполне такая хорошая картиночка. Да, ну естественно, он мне не отдал. Не отдал, он за бабки же все это тем этим занимается. Но зато разрешил сфоткать на телефон. Вот я сфоткал. Такая авка. Я сначала подумал, что это нарисованный... Блин, я забыл, кто в КВН главный. Масляков? Да, я сначала подумал, что это Масляков. Сходство очевиднейшее просто. Ну... Ровно такую же, ну по стилистике такую же картинку я просто видел с Масляковым. А-а-а. Поэтому у меня никаких сомнений не возникло, пока я не перешел на твою страницу. Эх ты! Что происходит в солянка чате? В каких-то языках обсуждения, господи, вы чё? Чё-то да.
Упоролись, что называется. Таким освещением хрен тут что пойдешь. После этого уровня надо было назвать Чубайсмен. Ну, на ремхаке никто сейф-стейты не отменял, так что вполне, мне кажется, можно где-нибудь сейф-стейты. Лучше сохраниться перед входом, где появляются шипы-то удлиняющие. Да что ты будешь делать? Ну, ты скажешь, если чё. Да, бывает. Господи. S-word? Что? Да. Отлично. Очень интересно. Ну, хватит помирать, ну что. Улыбка лица не портит. Да уж. Да уж, да уж. Стримеру надо отдать должное. Не стримеру, а играющему. За его терпение к игре. Да, вот насчет чего, а терпения-то у Яна предостаточно. Я всегда ко всему готов. Жизнестойкий товарищ. Толерантный человек, да? Да, он готов продолжать и продолжать играть, несмотря на все возникшие трудности. Даже если экран будет трястись, землетрясение, там, тайфун и так далее. Я боюсь, вот если я это буду ночью играть, у меня на следующий день будут болеть ужасно глаза. Ну да. Вообще, мне тоже не нравятся вот такие эффекты, я не вижу. Понимаешь, смысла. Если ты будешь играть одну точку, то когда ты будешь пытаться заснуть, у тебя глаза тоже так светло, темно, светло, темно. Ну, здесь все-таки не эффект сварки, так что нормально. Вот лучше тут сохраниться, в этом месте. Так, сейчас сохранюсь. Эффект сохранился. Эффект сварки есть у одного из типов оружия в контре. Лазер. Нет, я имею в виду, когда без маски. Варишь что-нибудь? Ну да. Да, вот тут, конечно. Ну, вообще жесть вот здесь. Взяли уровень Квикмана, перетащили в флешмоб. Мне кажется, надо это все загрузить нахрен. Да, неприятное место. Я не знаю, это просто короче получится по времени. А разве это имеет значение? Что интереснее людям послушать, а не послушать речь, вернее, посмотреть, как человек фейлится, и оценить всю ситуацию, всю суть хака, насколько она сложна, насколько, вернее, сложен сам хак. Или просто по сейф-стейтам быстро пробежаться и все. Ну нереально тут. Ну ладно, нереально так нереально, хорошо. Я не играл, так что утверждать я ничего не буду. Тут видно, что вообще. Вообще, по сути, по словам мне известно, насколько. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, вторая часть самая легкая, говорят. Так говорят. Да что? Отлично! Ну бывает. Прогресс у тебя прям вообще. И чё, никак? Все, приехали. Что тебя закрыл? Ну, на мой взгляд, все-таки первая часть, мне кажется, легче, чем вторая. Подкат в второй части? Да капец, блин. А подкат во второй части? А нету? Подкат в третьей части. А в детстве я вот таки как раз играл третью часть хакнутую. На серик можно было лайфбар полностью устанавливать. К сожалению, оригинал мне никогда. А, нет, мне оригинал первой части попадался в детстве. Без каких-либо изменений, даже со всеми копирайтами. И не во многоигровке, по-моему, даже. Не в четырехигровке, то есть, по-моему, даже.
Ну, мне что-то так вот чрезмерно сложно в первой части показалось в то время, когда я играл на приставке, и я как-то вот и забросил, собственно. Хотя, по сути, сложности-то особой прям нет. Ну, это, наверное, для кого смотрю еще. Как считает Стрэнджер по этому поводу? По какому поводу? По поводу творчества Джигурды. Джигурда... Ну, пока ничего не считаю, потому что я уже не он. Печаль. Ты все еще он, у тебя еще хрип в голосе. Чуть-чуть. Не чуть-чуть. Чуть-чуть будет. Чуть-чуть будет тогда, когда это будет чуть-чуть. А сейчас не чуть-чуть. Да чуть-чуть. Я тебе по поводу сложности Мегамена спросил. На твой взгляд, какая сложнее, вторая или первая часть? Первая. Во-первых, там нету Е-танков. Во-вторых, она сама по себе. Первая, экспериментальная, слишком сложная. Во-вторых, конечно, упростили, кое-какие элементы добавили и прочее-прочее. Спасибо за познавательный ответ. Теперь спросим по поводу этого Липецка. Какая часть самая сложная? Да. Все. Поскольку я не играл ни в одну. Ну, вообще, в первой части можно любого босса затанковать. Точнее, любого робота. Просто зажать турбокнопку и стрелять, и все. Любой босс умирает таким образом. Гим. Первая часть как раз уровнями сложна, скорее, а не боссами. Нет, ну уровнями-то она... Нет, не так уж сложна совсем, прям так сказать. Ну, определенные уровни сложны местами. Получил ловый тип бонуса. Метановый... Метановую перчатку. Опа-па-па-па-па-парам. Звуки, блин, вообще жесть. Надо сохраниться, а то заглючит. Мне до сих пор кажется, что бабакам это не пульты управления, а его ноги. Пятки такие здоровые. Где? Где ты, о чем вообще? Когда Валя с тарелки по бокам. Эти управления. Как ноги его тащил. Да и фиг с ним, в принципе. И он что-то вообще помнится. Как ее там? Тиберт, по-моему, да? Или Тишит? Тиберт с этого, с Roller Games, считал парнем. Голубоват. До тех пор, пока я не присмотрелся. Рокки отвечает, нафига было звуки портить? Тут, блин, лишь бы что-то хацкнуть. А там пофиг уже. Почему? Фак, например. Некоторых музыки тоже хорошо относятся. Что-то тебя тише стало слышно. Меня? Или это я что-то сделал? Нет, ты ничего не сделал. Возможно, у меня проблема с интернетом сейчас. Поэтому мне тише стало слышно. И менее качественно, да? Так, а вот сейчас... И тебя опять громко. Да. Но если проблемы, то там какие-то, не знаю. Да я же говорил, это... Прерывание там. Не скайп, а... Микрофон сам настраивает свою громкость, я не знаю почему. Благо в TeamSpeak такого нет. Хотя я на постоянно говорилку никуда не ставлю. И на идентификацию голоса тоже неудобно. Я лучше нажму кнопку и скажу что-нибудь. Но в скайпе этого не сделаешь. Но если ты играешь и говоришь, то это как-то неудобно все равно. На кнопку, если.
Нормально, нормально. Привыкнуть можно. Я проверял. Я когда, в принципе, в TeamSpeak, я начал сидеть там с года 2009-го, я сразу начал пользоваться кнопкой. Тогда я играл в линейку. И мне вполне нормально было и разговаривать, и какие-то действия совершать в игре. А в тушку не играл. А-за-за смешно вообще. Но Lineage 2, в смысле. Ну так и говори, может кто-нибудь не понимает. Мне про TeamSpeak вообще Shell предложил попробовать как альтернативу. И это он мне... показал его, в общем. И до сих пор у меня он стоит именно его, как бы, то, что он мне давал. Вот. Но мы всего-то один раз им пользовались. А сам TeamSpeak до сих пор у меня остался на компе. Поэтому не пришлось его устанавливать. Потом дополнительно. Ну, TeamSpeak с 2009 года гораздо лучше стал. И по звукокачеству, и по прочей фигне. Раньше еще присутствовала в TeamSpeak небольшая задержка в разговоре. Сейчас ее в принципе нет, но она в некоторых редких случаях встречается. Если там у собеседника интернет полный... Ну ладно, не важно. Да. Хотя у меня Мегамена не было, но зато была игра Creon Quest, по-моему, называется. Creon Conquest. Да, Conquest. Там же тоже морда очка Мегамена, как выясняется. Да? Не, ну, я там... такую игру не слышал, вообще ни разу не видел. Там, короче, эти волшебные, ну как эти ведьмы там вместо Мегамена. Там ведьмы на метлах там они. А почему тебя их много? Он вроде одного. И тоже там у каждой ведьмы свое оружие, как в Мегамэне. Эфигенько. А Карик назывался, друг, ну у друга Карик, он назывался вообще Пиноккио. Я застрял. Не, ну а чё, у меня в общем был Карик Ниндзюрюкен Дот 3. И в самом... В общем-то, Карике была игра Кабуки Квантум Файтер. Ты чё, не выберешься, что ли, из этой ерунды? Да, блин, я... с помощью чего? Нет у меня ничего. Я все время думал, ну, что Ниндзюрюкен Дэн — это Кабуки Квантум Файтер. До тех пор, пока я не увидел Ниндзя Гайдена. Это легкий тролинг от пиратов. А, он все потратил. Тогда и терять нечего, в принципе. Че, ну тут сохранюсь. Нет. Транжира. У нас тут транжира. Ил транжира. Ил Странгира. Да. Странгира. Джигурдила. Кстати, а почему я Странгира называю? Это я не помню уже. Да ё. Ну понятно почему. Но об этом я говорить не буду в эфире. Да. Культурный. Уроки-то не было кривого квеста, но зато был Бакиохара. А у меня был Супер Марио. Несколько частей. В том числе и пиратский. Как Дазер говорит, зашел тут S-World. Йо. Паспорт. В общем, когда это самое... Табличка с геймовером. Подъезжай, там написано S-Word сначала.
Да, привет, Гриндайзер. А вообще... Добрый вечер, Гриндайзер. Еще раз. Гриндайзер, привет. Вообще, у кого какая игра в детстве на деньги была любимая? О, именно в детстве. У меня и сейчас нет любимой игры, и тогда не было. Мне все игры по-одинакому нравятся, в принципе. Ну, вот так. Да, вот и Sword, все понятно, теперь все понятно. Может, ты и загрузишь, где-то там сохранился. Так я вначале все равно сохранился. Ну вот мне как раз надо, чтобы полное все было. Андор, пока. Андор, пока. Пока, спокойно. Давай, смело. Ну, в общем-то, были такие игры, в которые я часто играл, но я и их любимыми, в принципе, называть не могу. Ну, не знаю почему. Ребятка, у тебя как были любимые игры? Да, у меня любимая игра. Куню-кун, Норикитсу, Сокер Лига. Я не удивлен. И это, по-моему, очевидно. Понятное дело. Мне вот нравятся серии с Куню-куном, серии игр с Куню-куном. Не все, конечно, игры, но что-то нравится. Мне нравятся футболы различные, баскетболы. Мне нравится Roller Games, например, игра. Она мне так же нравится, как футбол или баскетбол, или серия Куню-куна с Куню-куном. Какая тебе игра нравится? Roller Games. Которая моя любимая игра. Окей. Это как-нибудь с бородой. Попробуйте две олимпиады постримить. Две олимпиады? Ну вот эти две олимпиады и Никитсуши. Ну да, которая Бикури и да, Сарьюки. Бикури и Даунтаун. Господи. Риписк, я не удивлюсь, если ты знаешь все игры от Никитсу по названиям наизусть. Не, я вот, например, только помню... Окей, все. Ики, Никетсу. Покебу. Сохрани. А нет, еще помню. Эйо. Никетсу Кокутоу Денсетсу. А, да, драги. Это все помнят. Файтинг. Да как ты так? Тут надо пушки делать. Ай. И вот. Насчет Сарьюки, ты сам знаешь, я кое-что задумал. Хотя, по-моему, уже все об этом знают, по-моему. Но я все-таки проспойлерю немножко наперед. Я хочу собрать в один стрим три версии. Уже три. Потому что я нашел еще одну версию на PC Engine. И постримить. Соответственно, там... Не так просто постримить, что-то рассказать интересное про игру. Хотя, мне кажется, я вряд ли что-то интересное найду. И открою какую-нибудь Африку для кого-то. Но я, по крайней мере, расскажу, что есть, что знаю. Я предлагаю для начала пока просто поиграть. И, может быть, как раз потом по ходу появится уже пища для такого полноценного рассказа, может быть. Ну, я неоднократно ее проходил, на самом деле. Так вот, в последнее время мне что-то не удается пройти второй забег. Ну, тот самый, там, где бегать надо еще, это получается... А, я забыл, как называется, в общем. А в детстве я, в принципе, мог его проходить. Это, собственно, как с Бикури, там... В месте, где надо прыгать с шестами. С шестами там, да, самый такой уровень непредсказуемый. Да вроде ничего сложного, заучил уровень и бегай. Да. Там исполнение может подкачать, особенно если по сети. Что там? Это да. Проблема. Это еще как подвести может. Да. Бывают моменты, когда тормознет. Слава богу, что ненадолго, но все равно.
Еще такой вопрос возник. Не знаю, задавать ли вообще его. Задавай. В общем, World Cup. Nintendo World Cup. Играли ведь, правильно? Ну. А вообще играете так вот? В принципе, кроме Soccer League, Ice Hockey Hand? И вы в Soccer League играете? В принципе, в связи с тем, что есть Soccer League, World Cup уже не то. Кажется, что не то. Если бы не было Soccer League Goal 3, то, может быть, и играли бы. А так, просто по геймплею он уступает сильно. И как бы в нашей среде он... мы в него не играем. Но World Cup, именно World Cup, который, он даже от японской версии отличается, ограничен несколько. Мы даже японскую не играем. Хотя я проводил год назад такой фанатский турнир, я его назвал, по Soccer Hand. И то мы там в узком кругу там сыграли. На 8 человек турнир был. И все, ну, и с тех пор мы особо в него не играли. А 8 Nintendo... человек-то это внушительно, в принципе. Ну да. В принципе, да. Набрали мы состав. Минимально. А World Cup, это ж вообще там много чего изменено от себятины. Там много. Там время то, увеличено. Тайм, 10 минут, по-моему. Не ошибаюсь, в оригинале 3 минуты. То есть в исходной версии, смотри, там в принципе персонаж не может вот помереть. Не то что помереть. В Nintendo World Cup Soccer получается, что персонаж будет валяться, он просто будет валяться и все. Если у него не будет энергии. Да, да и в Nintendo в Soccer Hand тоже. Будет да валяться, нет, он. Если... Он как раз таки встает, вот что самое интересное, и воюет дальше. Это может быть, он встает после гола, он встает. А если ты гол не забиваешь до конца тайма, то он прям встанет. И на порядок легче именно Nintendo World Cup Soccer. Так там характеристики перелопачены еще. Там уже он более, ну, скорости там намного выше. И поэтому обманывать можно вратарей на раз-два. Он, конечно, что упрощен. Что это? Что-то да. Откуда эти что-то... звуки? Это, по-моему, Konami было сейчас. Konami. Девочка, ты где вообще сохранился? Чё? Где сохранился, блин? Ну вот здесь я сохранился. Я уже думал, не пошел в это место. Ну вот, блин. Ну ладно, ничего тут страшного, как мне кажется, нет. Да, мне кажется, да. А, не, нормально. Нормально, кстати, сохранил. Я уже думал, там совсем далеко, нифига. А дракон себя ведет по-другому тоже, да? Естественно, по-другому. Но он все такой же слабенький. Ну, как бы, я не знаю. Вот сейчас, вот до того, как начался стрим, нам признание человек сделал то, что он не мог дракона убить. Я особо в Nintendo World Cup не играл настолько долго, как в Soccer Hand. В Soccer Hand-то я тоже долго не играл, а в этот такой. Ну, Goal 3 у тебя, говоришь, был в детстве просто. Ну да. Там уже, естественно, будет роднее, как ни крути. А мне, к сожалению, Goal 3 не попадался. Я бы, наверное, тоже больше любил Goal 3, если бы он мне в детстве попался. И в отличие там
как сказать, в отличие от версии в Гола 3, так скажем, ну условно, к обычному футболу, чтобы там не ломать себе язык в названиях. Суперудары гораздо легче делаются. В первом? Да. Не сказал бы, что они легче делаются. Ну а что там навесил, это уже суперудар. Там три варианта суперудара в Soccer Hand. Три варианта. Во-первых, после паса, если зажал А плюс Б в нужном, в общем, как надо, если нажал их. Нужный тайминг, так скажем. Да, по таймингу, да, то супер. Второй, если ты такой удар башкой сделал. Мы называем удар спичкой иногда, короче. Такой... А плюс Б вперед, в общем-то. Тоже спасов можно сделать. Да, 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 спасов тоже. Головой. Простите. И третий вид. Это с разбега. С разбега там надо несколько шагов пройти. И потом нажать кнопку удар, и будет супер. И у каждого перса различное количество шагов. Там от 3 до 9, что ли, шагов у разных персов. Такой показатель. Это не понял, в чем прикол сейчас был. Я там свалился в самом конце. А-а-а. И там просто медленнее передвигался, чем в оригинале. Меня это порядком-то удивило сначала. Раз, исчез. А экран скроллится. А чё, все равно мало жизни было, так смысл идти дальше, лучше упасть. Конты бесконечные, да? Как и в... Да, по-моему. ...исходной версии. Мне бы ещё Е-танок набрать, а у меня их нет ни хрена. Так, а куда у нас Джокер пропал? Посмотрел 5 минут и вышел. И спать. Отправился в колоду. Она его еще здесь? Наверное. Просто сидишь и молчишь, не знаю. О чем не говорить? Он в матрице. Впечатления какие-нибудь об игре. Может, ты в детстве играл? Да нет, нет, именно вот об исходных версиях. Может, ты там но в детстве... Я уже рассказал, что мог. Я поиграл только первую часть, все. А, все. Ничего вспомнить абсолютно. Один раз все. Сохрани. Традиционный дракоша, как кто рекламит. Нет, цвет только другой. А его погладить можно, вот чего? Да писец, блин. Так он медленнее передвигается, чем в оригинале. Да, я Джокеру это потом буду каждый раз вспоминать. При колоду. В колоду ушел. И чё, и это... Это чё? Это всё. Это ох какой-то. Это ох. Такой сложнецкий уровень и такой лёгкий босс. Охренеть. Дорога до босса и то тяжелее, чем сам босс. У меня слов просто нету, чуваки. У меня тоже нету, в том-то и дело. Мне кроме как сказать больше нечего. Так, а мы потихоньку близимся к концу уже, да? Или нет? Ну да, потихоньку. Или далее еще один будет замок? Неожиданно. Нет, тут замка никакого не будет уже. Причем, чем мы ближе к концу, тем дольше времени будем затрачивать на каждый из этапов. Это понятно. Особенно на боссе.
Первые уровни, как правило, всегда как по маслу идут. Да уж, по маслу. За исключением флешмана. Флешмана затроллил уже свои рекламы. Господа, господа. Давайте убьем флешмана. Может, он перестанет посылать рекламу после этого. Или его внуки займут престол. Этих флешманов в том целое поколение. Меня упорно просят флешмана обновить, а я не обновляю. Постоянно меня об этом просят. Как они меня затроллили этим самым? Этими просьбами. Да просто на самом деле флешплеер сейчас ключно устанавливается, так скажем. Этим меня мало. И главное, старый флеш-то блокирует флеш. Просит новый установить. Старый блокирует, нифига себе. Вот это да. Ну что, сейчас будем фармить, да, как говорится? Как бы. Тут толком ты и не пофармишь. Ну я лично выхода не вижу, кроме как либо убиться, либо пофармить. Либо убиться из-за того, что не пофармить. Я так понимаю, самый оптимальный вариант все-таки убиться. Естественно, как в Кастельвании отталкивать назад. Вот и как умирать, если все кончилось. На самом деле, это с одной стороны вроде как хорошо, а с другой стороны это бесит. Ну вообще противоестественность она бесит. Вот и пофармился. Блин, вообще ничего нет. Здрасте, приехали. Как рассчитан на то, чтобы использовать вот эти самые предметы 1, 2, 3? То есть нужно включать логику больше, чем там какие-то действия боевые происходят, да? Ну. Тут только хак для раздумий получается. Ну это в принципе хорошо. Но Мегамен, он Мегамен, он. По-моему, на логику не особо рассчитан. Что тут все продумано. Если тут все это используется, не знаю. Так жестко. Я тут неожиданно, кстати, Кейч Плюс хак вспомнил. Видели когда-нибудь? Ну, в общем, это по сути тот же самый оригинальный Кейч, только там рандомно могут выскочить любые враги. То есть, если ты там перезагрузишь ром, да, могут одни враги выскочить, снова перезагрузишь, другие в этом же месте. Но это еще не все. Это не все абсолютно. Эти самые враги в такую кашу пиксельную превращаются, когда их слишком много. Что глаза режет прямо по самой не хочу. Я не знаю, возможно ли пройти эту игру в принципе. Но я не доходил, по-моему, дальше там второго уровня. Ну да, бывают чрезмерно хаки упорты. Потому что оригиналы не рассчитаны на такое усложнение. Не, конечно, я люблю хардкор хаки, но не до такой же степени прям. Что сидеть вот? Нет никакой логики, это дешевый способ все хардить пропастями. И мне кажется, что тут никакой логики, это тупо понатыкали лишних блоков. В надежде, что на халяву какую-то там. И не в тех местах. Взяли, короче, эдитор, вот и все. Да конечно. Какие-то тут расчеты, что-то мне не кажется, что есть большие. И не всегда бонусы выпадают.
Да, мне кажется, больше поменять. А заряда, по-моему, во второй части тоже не было, да? Почему они были? Заряда выстрела. Заряд это. Они же появляются вообще с четвертой части. Ну. Вот не знаю, лично я предпочитаю вид Мегамена такого, какой он есть сейчас в этой части. И он не изменен там вплоть, по-моему, до четвертой или до пятой или части. А вот в шестой части там немножко перемудрили. Костюмы там добавили. Да, вот это мне не особо нравится. 52-88 это MC, наверное. Потому что цифры я что-то не помню, кто это такой. В общем, он пишет: убейся, начнешь с полной энергии, все равно у тебя жизнь последняя. А я из последней жизни смогу пройти. Да он упоролся. Он пройдет, я не знаю тебе. Что хочешь пройдет. Просто временно это надо. Да, естественно. Да. Любой человек в любую игру может пройти. Да, это MC, я так и понял. Желание нужно. И силу воли. И нервы хорошие. Хочется показать, кстати, свежевыложенный. Как MC в черном плаща. Как-нибудь в ближайшем будущем. Ну, нервы зачем? Некоторых раздражает, когда они в одном месте встанут и одно и то же. Ну, это, пройти это не конечно, помню. Проблема человека. Надо себя держать в рамках. Если не нервничаешь, то лучше вообще не играть. Тут еще и физическое состояние играет роль. Ну это же игра, какое может быть физическое состояние, в принципе. Если ты, не знаю, 12 часов играешь, ты просто... Ну, 12 часов это слишком. Люди максимум в играх 3 часа. Находят физику и механику в играх. Тут, естественно, физическое состояние можно где-то что-то найти. Хотя какая может быть и физика, и механика в игре, в принципе. Так, если посадить логически. Если ты вот сидишь за джойстиком и что-то говоришь про физику и про механику. Мне больше ньютоновская механика нравится. Да, Джигурда тоже вместе с нами. Синий панда это Стрэнджер. Да. Ох, ребятушки! Не, карапузы, говорит. Если бы Джигурда вел солянку, я бы точно не пришел туда. Сегодня мы готовим шеф-блюдо. Как хорошо, что Серка этого не слышит. Кстати, Димыч, ты фотошопу не владеешь? Нет, если бы я им платил, я бы себе сам анонс делал. Няшные кубики пошли. Кубики рубики. Конечно. Кубики не анкет. А как на них запрыгнуть? О, точно. Сегодня мы шарим верблюда! Все понял, как запрыгнуть. Что, тебе убило экран? Отлично, отлично. Кошачьи морды, точно. Как я это обожаю просто. Да, чем, Юля, чем тебе нравится жареный верблюд? Это же деликатес, ты чё? Самый вкусный корп!
Ё. Во, даже пробило что-то там у Стрэнджера. На тебе. Он просто недавно ел. Верблюда? Да ё. Ну, я не знаю, что он там ел. Ох, верблюжатина! Куки! Ам-ням-ням. Не буду спорить, не знаю, говорит Юля. Но лично я бы этот деликатес не стал бы есть. Рокету не нравятся кошачьи морды. Оранжевый верблюд. Это ты тонкий намек про меня сейчас, да? Да господи. Стрэнджер? Слышишь меня, Стрэнджер? Ты заразил меня через скайп. Скайп вредная функция. Блин. Ловая. В новой версии. Причем платная. Заразительно платная. Липецк не засейвился, да? Офигеть. Я засейвился вообще-то. Нет, не в том месте. В другом. Ну и ладно. Бывает как и без добра, как добра без хака. Я что-то не помню песенку про оранжевый верблюда. Оранжевый галстук, я знаю. Но оранжевый верблюд. Можешь оранжевый галстук с верблюдом. Тебя сейчас плохо было слышно. Отойди. Так, может мне поручить сделать чутка? Сделай. Ты уже который месяц болеешь, скажи-ка мне. Первый. Фига расчет какой. Да как так? Ты японский твор. Как меня слышно? По-моему, так же. Сейчас попробую еще раз на двойке полететь. Не, все же было хорошо, когда ты летел именно на этих, на платформах. Фью. Это что такое было сейчас? Это и чихнул. Будь здоров. Спасибо. Как сейчас меня слышно? Алло. Да. Сейчас слышно тебя, только видимо дело в голосе все-таки. Ну, может так. Опять у него все скончалось. Перекончилось. Закончилось. Там ешку внизу. Там баночка. А у меня неожиданно стрим отключился. И включился обратно. Это хреново. Всех так? Нет, это только у меня такая особенность. А, это у тебя особенность? Да. Не хотелось бы, чтобы оно на два стрима. Не, у тебя же разъединения не было, правильно? Секундомер продолжает идти. В эфира. Их дисками кидать. А, да, слушай. Я вот только сейчас обратил внимание, что там 1:34 написано. Потери кадров есть небольшие. Сколько? 54. Ой, это не потери кадров. Да. Это так. Я понимаю, если бы к этим 54 тысячам прибавить еще 3 нуля. Ну да. То есть вот так вот стабильно все пока что. И слава богу. Героям слава. У тебя, по-моему, там 60, да? Не, каких 60, ты что?
А сколько? С утра было 30, и сейчас 30. А завтра 100? И послезавтра 200? А это будет завтра. 30. Завтра вы увидите то, что никогда не видели. Но это будет завтра. С 30-то, по-моему, HD, Full HD можно стримить. Насколько мне известно. Full HD это битрейт 2500, насколько мне помнится. А битрейт надо выставлять там где-то в процентов 80 меньше, чем твоя отдача. Да, можно. Подобрал жизнь. Нет, Full HD стримить бессмысленно. Да, но бессмысленно. К тому же это NES. Тут и 480 на самом деле хватит. Еще не у всех может нормально идти стрим так. Это да. Это нет смысла. Ты сейчас 720 стримишь или 480? 720. Что удивительно, у меня не лагает. Если стримить серкой... Если стримить серкой, 720 у меня лагает. Я не знаю, что это зависит. То ли от расстояния. Вот тоже, когда я стримлю, у Сигамана что-то и... лагает. Когда не я стримлю, нормально. Не знаю. В чем причина? Так, сейчас, секунду. Панда, а ты откуда вообще? Я тут. Давай-ка отсюда. С какого региона? Стрейнджер, да. Стрейнджер. Сохранил. А, с Омска. Ты в скайпе вообще-то находишься, тебе слабо сказать, что ли? Так это есть Стрейнджер, ё-моё? Да, это Стрейнджер. Синий панда это Стрейнджер. Вот ё-моё, у вас тут ники разные, хрен поймёшь без. Не, ну я просто зарегался вот так вот, как у меня сейчас ник в чате. До того, как Серка, в принципе, вставил этот чат. Это задолго до того. А я тоже зарегался до этого. Ну так ты частенько на Игробите, наверное, бывал, да? По возможности приходил. Да я еще до того, как Игробит начал посещать, зарегался. А, нет. Все, я снова живой. А до этого ты был мертвый? Я тут закашлялся, зачихался, так что можно сказать, да. Отживел. Передал скайпу всю свою энергию. Нет, вам послал вирус. Вирус нам послал, да у меня Касперский. Касперскому вирусу не страшно. Касперский для футбола, кто победит? Это как я, значит, смотрел какой-то сериал. Там, значит, в общем, некий парень сказал, что у него на копе дофига вирусов. Был у него младший брат. Младший брат начал кормить вареньем комп. Дабы вылечить от вирусов комп. Понял. Он бы еще градусник в куда-нибудь встал, я не знаю. В ход или спи задний. Он бы смочился металлическими дисками. Тебе Лариса Тетрисовна. Так, бородатый человек не может говорить. Что-то случилось. Видимо, его заразил все-таки Стрэнджер. Настолько сильно. Выздоравливает тогда. Что да.
Ян прошел наконец-то. Кое-как с оружием узнал, какой использовал. Теперь остается только спамить смайлами в читовод. Кстати, знакомое строение со времен первой части. Я думаю, со времен Первой мировой. Чтобы вылечить ваш ПК, нужно, во-первых, измерить температуру данного устройства, вставив градусник к компьютеру в задний штекер для наушников. Не представляете себе это на ночь. Какая Шахерезада летит. Опа-па-па-па. Черепа с неба падают. Кому знакомый фон? Что-то знакомое, да. Либо Чёрный Плащ, либо Снинди Котов. Главное, солнце так низко находится. Это Чёрный Плащ. Да. Начальная заставка. Просто палитра ведь другая, по-моему. Приезжает такой Чёрный Плащ, на пути Мегамен и стреляет во всех подряд. Что последний босс Чёрный Плащ. Опять лабиринт начинается. А вот МС пишет, это из шестого Мегамена. Похоже просто на Даркенбек. Дальше как комп лечить? При том случае, если у ПК жар, обмотайте его шарфами, сделайте компресс из чачи. Вы записываете. Еще горчичники может поставить и банки. Мне кажется, проще просто тазик с водой замочить и все. Зачем еще лечить что-то? Не, просто то, что сейчас говорит Стрэнджер, это, в принципе, уничтожение компьютера. Поэтому проще уничтожить с балкона или... Ну, с балкона как-то не гигиенично... Ой, не этично, что ли. Мне кажется, лучше просто с тазики замочить. Зато дешево, надежно и практично. Не, просто чтобы не сорить на улице. Да и балкон не у всех есть. Да, был разделся с боссом, даже мы и не заметили Макара. Смотрите, шахтер из первой части. От того и хак. Тут, кстати, музыка играет. Москау. Кто помнит? Чингисхан. Да ну да. Да. Москва, I love you, love you, Классно получилось. Угу. Я думаю, я сейчас оглохну. Так резко, я даже не это. Я вроде за сердце прям схватил. Один удар. Быстрая какая-то. Я танк есть. Хорошо.
Шахтеры на машинах сидят. Блин, хочется уже даже рипнуть эту музыку. А из какой это игры? Я что-то без звука, поэтому не знаю. Я думаю, можно рипнуть музыку. Но мне не приводилось этого делать. Дамп можно как-то сделать, по-моему. Может, Тайт что-то по этому поводу напишет. Да и двигающиеся платформы. Они еще это направляют. Ну тут видно, куда стрелки показывают. Да, тут стрелочки. Либо это значок play. Из видимого магнитофона. Да. Динампа. Ух ты. Да, ром этого хака я скинул в группу ВКонтакте, ром хак, документы после стрима. Вообще мне вот интересно собрать музыку из NES игр, которая русские мелодии в некоторых играх есть, например, там Калинка, Малинка. Да, это Тетрис только. Да, Тетрис, например. Корнов. Корнов, а там какая? А я не знаю, я не играл. Ну, она русская. Ну, в смысле, про русскую, по крайней мере. А я играл. Но что-то я не помню там. На русском. Это надо просто пройти игру. А пройти ее может не каждый. Я проходил, точнее, я все уровни открывал, там же есть возможность выбора. Проходил? Это хардкор. Не проходил. Но все уровни видел точно. В вышибалах Никитсу тоже есть. Катюша. Мелодия. Под эту музыку надо Москву тут изображать. Не знаю, Красную площадь там. Не знаю, Путина в конце концов. Москва, Кремль, Граб. Путин. Russian Attack. Там нет такой. Там нет такой музыки. Тоже. Там чисто американская музыка. Проходил. Там есть уровни. В принципе, против русских же сражаются Russian Attack. Она же Green Beret. Соответственно, на музыке там русской нет. Там американская музыка. Потому что так захотели разоблачить. Сделали американцы. Ну да. Что-нибудь еще. Там ни к чему такая музыка. Абсолютно ничего. А делали не американцы, на самом деле, делали японцы. Хотя неизвестно, была ли она на Фамикоме. Да, и классическая тоже есть, даже более. Мелодия. Японцев заводит русский музон. Ну что-то редко он их как-то заводит. Да. Чаще всего. Ну вот как, в общем-то, этим и запомнится. То, что Москва у Чингисхана.
Да это в любую игру можно, в принципе, впихнуть. Любую музыку. Это не проблема. Можно все, но вопрос только по сложности работы. Музыку это не сложно, а вот портировка уровней, да, это сложно. Музыку тоже не так просто. Ну, боюсь, не сложнее. Ну, если движок совпадает, то проще. Если не совпадает, то надо какой-то... В общем, думать, как сделать. Там, не знаю, конвертер какой-нибудь. Ну, конвертеров достаточно много. На NES? Нет, не на NES. А в NES не так все просто. Наверное, поэтому и разработчики сделали так, чтобы не нужно было ничего добавлять лишним. Есть музыка, вот пускай такая и будет. Поэтому хакерам так сложно делать игры. Под сердючку. Да ё. Можно какие-нибудь неинтересные игры? Может быть, их надо все уничтожить? Там надо одну только попытку уничтожить, блин, а не это здание. Пошел я ужинать, так что вы тут сами себе будете. Я сейчас тоже пойду уже. Приятного аппетита тебе. Спасибо. Приятного. Минут на 15 я отойду. Все. Так что сейфтесь тут как хотите. Все сосредоточен. Конечно. Липецк отошел же. Блин. Надо, моя основная задача уничтожить эту попытку. Просто если стрелять его все остальное, то ничего этого не будет. Тут надо использовать как раз оружие Хитмана. Там еще надо до него добраться, чтобы быстрее. А что, ты сам сохранить не можешь?
Нет такой возможности. Весело бы такую веселую музыку и да, мозг. Тебе тут тактику пишет правильно. Озвучить. Кажется, он не слышит. Потому что я ему тоже вопрос задавал, он не говорит ничего. Да, Бо, ты слышишь вообще что-нибудь? Слышу я вас четко. Слышишь, а что не говоришь ничего? Никто и не отвечает. Ну, мы с тобой разговариваем. Тебе вопросы задают. Вот тут и тебе советы дают. Я люди в чатике. Вопросы не вижу, я игрой занят, и у меня он расширен на весь экран. А, ну вот поэтому тебе Стрэнджер предложил прочитать. Я не могу, у меня закрыт Google. Я говорю, Стрэнджер предложил почитать. Стрэнджер почитать хочет. Надо тебе? Ну, читай. Стрэнджер, скажи ему, что должен делать. А, все, мы потеряли Стрэнджера. В общем, надо грохнуть метулы и забираться слева от автомата по продаже метулов. И как, как на нужной высоте будешь, напротив кнопки стреляй. Там, насколько я помню, есть опасная зона, что если пойдешь в левую часть стороны, тебя в любом случае заденет. А, так это еще и босс, оказывается. Потому что босс-то ведь там какая-то пупыка, а не вот это вот устройство. Да, будет... что-то похожее было в контре, к примеру. Только там кнопочка на двери была. Да и жизни что-то у тебя, я имею в виду, энергии, жизни, не очень много.
Ну, всегда так. Уровень сложный, вот тебе и мало жизни. А на прошлый вопрос ответ можешь дать? Я думаю, сам не можешь сохранить? Я вот сейчас случайно сохранил, не в том месте, как всегда. Ты, в принципе, знаешь, да, как сохранить? Так-то знаю, но клавиатуру-то свою не вижу, потому что в темноте сижу. А что ты в темноте глаза ж посадишь? Ничего, не освоим. Это плохо. То потом глаза отвыкнут от света и будешь только в темноте. Это уже давно. Я хотел бы. Ну, вот одной с одним копьем сразу 4 удара снес. И носит скрин. Странно, откуда у шахтера копье? Главное заметить, колючки, в которых я стреляю, они полностью взяты из Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2? Ну. Это какой? А. Ну, это не Famicom японский, но другой американский какой. Famicom D-System или Super Mario USA? USA имеется. А, ну это хак. Doki Doki Panic свой Famicom D-System. Даже не оригинал. Да, там есть такие шипы, видел. Глазастики такие. Нет, кинескоп не страшно. Тем более даже не кинескоп, а... Смотри, какой монитор. Тут именно глаза важнее. Одна жизнь. Замечательно. Так, а на каком эмуляторе вы играете? 36.4 или 36.2? Нафиг. Ну, я понял, версия. А это я вот уже не смотрел. А в нижней части эмулятора написано в правом, в нижнем углу. А у меня на весь экран сделан, я ничего не вижу. Окей. Ага, спасибо, Эксерни. А ром где взять? Есть он еще? Нету? Просто как вариант могу подсоединиться и сохранить для тебя. А что ты будешь делать? Ну, это так, я предложил, если что. Так, я уже сам буду. Главное добраться до этого шарика, потом его уничтожать. На шипы лезть не надо. По левой стороне можно пройти. Взлетаешь по левой стороне. Но потом он исчезает. А можно второй поставить рядом? А то нельзя. Переключиться сразу. В прыжке. Почему нельзя? Все можно. Куда-то меня в сторону открыл.
Ну да, вот это вот с крылышками платформа. Странно, что их так и не назвали ничем. 1, 2, 3. Почему названия нет никаких? Немного оставалось. Я же запустил, да какого хрена? Ты куда это нажал? А если его убиваешь, то появляется тут же, да, моментально. Пока исчезнет платформа, пока это, блин, ты не дождешься. Мелкого по-любому убить надо, конечно. Вогу не надо еще запускать. Что, как тут успехи? Да никак. Та же музыка, самое главное. Значит, все отлично. Продолжаем мучить. Это что такое? Зачем вы загнали столько шахтеров в одну склянку? Да. Это напоминает автомат по продаже бахил. Они на бахилу похожи. Значит, я особо ничего не пропустил. Нет, все то же самое. Ну, это нормально. Тут все это препятствие, сплошная смерть, точнее. Ну, боюсь, что не все так плачевно, как ты думаешь. Не бойся, я с тобой. Мне кажется, все проще, чем кажется. Не исключено. Проще что? Главное попасть в этого врага. Эси пишет, что там жесть проходить эту хрень. Посмотрел на ютубе.
нас официально через 5 минут стрим должен закончиться. Через 4 минуты, 35, 34 секунды, 33 секунды, 32 секунды. Вот там отчет уже, да? Прямо как только-только сразу вырубается. Че, автоматом вырубается? После версии обметола резко прыгает за шипы, вызывая платформу, которая по стене поднимается, а кнопку вали краш-бомбой. Мелкого убей. Да, понятно тебе. Ты ж... Зачем его убивать, если он не нужен? Чтобы сквозь шипы... Чтобы он тебе не мешал. Он будет тебя сбивать с платформы. И когда он задевает платформу, платформа исчезает. Это же очевидно. По-моему, еще 10 попыток назад было. Ну нафига он тебе нужен? Если он, конечно, респанится резко после его смерти, то есть убиваешь, тут же резко появляется другой, тогда, конечно, смысла нет. Я просто даже не видел. Опа-па-па-па. Да ладно. Господи, блин. Это спортлото, вот этот автомат. Ну вот. Сквозь шипы пойдешь. А, то есть надо по-любому удариться. Классно. Ну и, конечно же, повторял с глазами. Как мне вот эта вещь нравится идти. Постоянно вот это со всеми боссами надо вот это все. Причем после Мегамена пошли другие игры, где это тоже было сделано. А, это Мегамен породил эту игру. Да. В Streets of Rage, к примеру, это и есть. Здесь он тоже глючный становится в этом месте. Первая часть, вторая часть более это Мегамен. В зависимости. Да и третья, в принципе, тоже. Много игр. Классный босс. Вообще шикарно. Да идеально вообще. Стоишь, ничего не делаешь. Ставим лайк. О, вот он. Потом скажут, не, это таз, это невозможно. Пропеллер наоборот. Ну еще и дует в другую сторону. Гениально. Самый лайковый босс. Самый сложный босс. Не, ну давай по дефолту туда. Да, свистеть надо бы сделать, конечно. Ну как же без него? Ну вдруг он глючнет. Дороги нет. Айсмен боится... А, это Бубл. Бубл. Бабл. Был. Бабл был. Ну и который защищаться умеет еще. Да ты чё? В третьей части Iron Man бесит из-за ураганчиков. Сразу такие тормоза начинаются. Сейвы — это читерство? А, хорошо, финальную фантазию попробую сходу пройти. Девятую. На четырех дисках. Если кто не в курсе, что любой ромхак — это уже чит. Да? Хак — это в принципе чит. Да, вот я к этому говорю. Поэтому я не люблю хаки. Но поддержать пришел посмотреть. Да. Давай, батенька. Кстати, ТАСС ранами в реальном времени соревнуется. А за как понять ТАССами в реальном времени, как если ТАСС чит пишется неделями? Каким образом можно? Нет, это смешно даже. Нет, TAS это... Тут... Tool Assisted Speedrun. Пишется через специальный edit. Очень сложно делать. Две минуты игры делаются 2-3 часа. TAS это специальный софт используется на прохождение. Но эти Speedrun это человек. Speedrun, да. Да.
таз спидрана не под не относится. Поэтому тут немножко неправильно написали. Спидран, да, конечно, там живые люди умирают, падают, умирают, падают. Но главное быстро, там не важно сколько жизни потратишь, главное быстрее пройти. В Тасе наоборот. Там даже no damage есть. Там не человеческие возможности задействуются. Винари Сити последний уровень проходит только Таса. Я не играл в Винари Сити. Молодец. Спасибо. У меня детство хорошее было, я не играл в Binary City. Я не играл в Марио. А, подожди, в Марио я играл. Я не играл в Терминатор 1. У меня было хорошее детство. На самом деле. Тоже, да, лайковый босс. Шикарный, но если ты не успеешь нажать в нужную сторону, и у тебя, к примеру, два удара, то он будет кидаться шестеренками со всех сторон. И... Ах, что это за босс-то? Какой-то странный босс. Понятно. Флешмен, что ли? Машинка Вали будет, да? Круто. Золотые яйца. Я в оригинальный хрен пройдешь на дефолт. И это идеально. Это что-то. Куда летим, ЧП? Я тебя могу загрузить. А где ты? Ну, перед ним. Я уже совсем глупо это. Да уж, давай уж перед ним, конечно, давай. Короче. А, вон где даже, вот. Сохранился, называется. Че, он тебя сохранил в начале, да? А, ну, в принципе, нормально. Ну надо же попотеть перед финальным боссом. А че, финальный босс это не потеть, да? Перед ним тоже надо. Чтобы потеть нечем было, да? А ведь тасы как делать? Тоже так? Сохранил, загрузил, сохранил, загрузил, сохранил. Причем каждое движение, причем каждое. Да, там количество сейвов на квадратный миллиметр. Это кошмар. Причем на 2 минуты игры я тебе говорю, там просто кошмар. Там и это... Это надо вообще. Это ты его все, что ли? Ну. Уработал, что ли? Металл, да, дисками, это несложно. Я в шоке. Это нереально было его пройти на оригинале, вот в хаке. Так, уровень Advance, короче. Так же там вообще. Так уже свой Агами. Чё-то у меня уши болят уже. Ухи, ухи. Да от наушников. Понятно. Ты жизнь кинул, ничего себе. Пока, Юля. Пока. Какую-то технику нам борода пытается объяснить, как тасы. Ну, он тасер, поэтому объясняет, как это делается. Невидимые капли. Ну, на самом деле, неблагодарное дело тасы. Ну, в смысле, как неблагодарное? Благодарное, но... На самом деле, если игра очень длинная,
то надо несколько недель сидеть на ней, чтобы записать хотя бы 10 минут. Я тоже не вижу особой надобности в тасах. Единственное, с целью только, чтобы игру получше узнать. Только ради познавательности. Они делаются для того, чтобы показать, как можно пройти игру с нечеловеческими возможностями. То, что как человек не может сделать, то... Это понятно. Ну, в принципе, ради этого и смотри тас, в принципе. Ну, считай, что для удовольствия. Ну да. Ты не можешь пройти, а тут хоп, и надрал все. Круто. Никто задеть не может. После проделанной работы, конечно, тасер только радоваться будет. Ну вот-вот. А кому это? Да остальные думают, ну, вроде бы обычное прохождение, что там такого. Если уже делать прохождение, то лучше заведомо трудных игр делать тасы какие-нибудь. Ну, к сожалению, наверное, а может и к счастью, я знаю, как тасы делают, я это сам их делаю. Тех же ром-хаков как раз тасы, если сделать. Какой-нибудь жуткий хак, если попадется. Как раз его затасить. Еще был резон какой-то. Есть. А если и оригинал, смотреть его тоже будет, кстати. И смотреть его будет резон. Да-да-да. То, что людям надоели одни и те же игры, и тасов обычных игр уже очень много. Это я просто по себе знаю. Никто не смотрит что-то. А вот какие-нибудь сложные, на самом деле, непроходим, какие-нибудь Макаймуры без ударов, там, не знаю, тот же Мегамен без ударов и так далее. Над ними мало того, что просто пройти, да, быстренько, так, знаешь, потратить жизни, это таз сделать, в принципе, не так сложно. А чтобы еще no damage, это, конечно, попотеть приходится вообще. Каждый удар надо просматривать, чтобы тебя не задевал. Прыгнул, задело, а придется перезаписывать. Это кошмарно, конечно. Я помню, над одной игрой где-то месяц, что ли, трудился вообще. Забросил, так и не сделал. Не могу я там без удара сделать. Там управление, еще от управления, от движка игры тоже многое чего зависит. Если это пиратская игра, то это кошмар. К примеру, Aladdin 2. О, блин. Как это люди красивую игру показывают. Красивое умение манипулировать с игрой, точнее. Так правильно. Ну, в принципе, в этом тасеры. Здорово, когда ты можешь сам пройти не хуже, чем тас, да еще вживую. Вот это да. Это... Ну да. Это на самом деле умение, это на самом деле здорово, и это будут смотреть люди. А ТАС — это работа компьютера. Ты до этого не сохранялся? Сохранился. Получается кристалл какой-то. Это Moon Crystal, который Rocket не прошел. С двумя ударами, конечно. Фиоса знаю такого. Он там, по-моему, по жабам тасил. Вот, Мун Кристо. Жаба тасить. Да сколько уже тасить-то можно? Может, уже что-нибудь другое? Ты столько тасов видел, это ж кошмар. Причем все на друг друга похожи. Такое ощущение, что все друг у друга просто слезали. Жаб, Зена, да. Давайте Зельду давай затасим. Хотел сказать, знаю, тащить. Финальную фантазию затасим. Вот Дюну бы затасить. Не, ну это... Я не знаю, я не... На Сеге я не пробовал, я пока что до Нейс только специализируюсь. Хотя, в принципе, та же система. Замедление и сейвы. Бесконечный сейв. Ну да. Мы делали стрим, Шелл делал, где он тасил игру на Сеге. Дональд Дак он тасил. Показывал как, процесс.
Процесс еще показывает. Да, процесс. Как он 2 минуты записывал, 2 часа, да? Ну, когда он, по-моему, первый уровень делал. Я говорю, что да, в принципе, на день, за день ты можешь только максимум 1-2 уровня сделать, максимум. Ну, он тем более не идеальный таз делал, по возможности. На скорую руку, тем более стрим все-таки, тоже нервничать можно. Да не, он не напрягался. Феликс, это что тасить и вот так пройти? Жабы, они никакой заставки нет, сразу начало игры идет. Просто упал на воздухе, Мегамен тоже на воздухе остался. What? Без всяких гамоверов, молодец, congratulation. Просто иди и пройди еще раз игру, говорит. Ну, я вообще не знаю. 2 полосочки. Ради этого мы это все... Что? Почему хакеры не сделали хотя бы конец? Я не знаю, написали бы congratulation, да в принципе хватило бы. Ну, да. А вот они взяли и решили вырезать сразу. Они написали... Нет, просто прошел, босс исчез, и тут же хоп, начальная заставка, знаешь? Ну. Замечательно. Да. Паршивенький хак? Ну, я не... Нет, хак-то, в принципе, нормальный, но... Конечно, могли бы что-нибудь сделать с ним. Да, конечно, могли бы что-то это придумать бы. Доработать бы неплохо. Могу продолжить как 2007 года. Опять второй части? Ну, как всегда, вторая часть. Это тоже несложная игра, ее тоже тасить смысла нет. Ну, это уже будет другой раз. Ну, хотя бы запомните название. Rockmod No Constancy. Запомнить? Ты шутишь? Я уже устал смотреть, затащили. Да. В общем, спасибо за поддержку. Даже вот по стриму мы уложились по времени практически. Да, там 10 минут. Ну, обычно на полчаса даже задерживаемся, не чувствуешь. Ну что? Да, получилось, что почти все идеально. Конечно, там мы использовали хитрости и так далее, но зато уложились. Если вам понравилось... Послушаю Москву. Приходите еще. Да, и вы приходите, участвуйте в стримах. Да. В качестве зрителей, в качестве участников непосредственно. Адреса, я думаю, все знают, куда идти, кому обращаться. Если что, напишем, да? Да. Я думаю, в этой аудитории не стоит напоминать, что у нас есть канал на YouTube и на Кибергейме. Подписывайтесь на канал Ромхака, подписывайтесь на канал Солянки. Также в группе за анонсами следите, так же как на Ромхаке, так и на Солянке. Будем дальше так... Будем продолжать сидеть, в том же духе. Играть. Смеяться, веселиться, молчать по полчаса. Что сказать о хаках? Просто иногда такие хаки, что даже сказать просто ничего, все на экране. Слов просто. Просто все на экране, да. Вообще все было интересно. Интересно, конечно, было смотреть за то, как держался стример. Потому что играющий. Да, играющий, скорее. У меня нервишки на месте, никуда не денутся. Нервы прям железные. К примеру, если Макаймуру вы поставите, мне кажется, тоже спокойно будет посидеть, поиграл. Ну, это другая история. Хак на Макаймуру, я думаю, немало кто сидеть может. Вот такой денек. Вам спасибо, что поддержали и пришли в конференцию. Да, я вообще давно так не высыпаю. Давно так не смотрел. Весело было. Ну, я думаю, в пятницу будет еще веселее, потому что в пятницу... Же классик. В эту пятницу в 20:00 по Москве по плану должен состояться стрим по относительно 4 новогодних танков с участием Razer Xenon и с участием, возможно, кого-то с Солянки. В общем, Солянка и Ромхак опять объединяются. Так. Но на этот раз уже играть будем вместе. Да.
как сказал Серка Фокс, солянка и румхак — это ядреная смесь. Я, в принципе, с этим согласен. Да, это довольно опасная смесь совмещать. Ну, в принципе, как опасная? Иногда даже и полезная, что ли. Потому что солянка — это в основном оригинальная игра, а румхак, он дает такую перчинку, что ли. Да. Особенно есть такие румхаки, которые расширяют возможности игры на четверых. И без этого солянка тоже может быть, в принципе. А, я имею в виду наоборот, солянка от этого пополняется, потому что игры на четверых, в принципе, не так много в природе. Да. А хаки, они как раз для того и созданы. Ну, для этого и есть хаки, наверное. Для этого нужны роботы, нужно много времени, и тут, конечно же, тоже должно как-то поощряться. По крайней мере, приходить на стрим, приходить, там лайкать. Это уже будет как-то сподвигнет человека на другие хаки. Да, конечно. Почаще Тая надо лайкать. И не лаять, короче, на Тая. Все будет нормально тогда. Да, и это тоже. Ну ладненько, давайте на этом завершать. Да. Всем до свидания, Флипидабл, спасибо. Спасибо вам. Всем спасибо. Еще раз увидимся, еще не раз. Извините за колонку. Передаем привет маме, папе. Ну, в общем, нечего больше сказать. Всем пока. Так я в скайпе сейчас...